Radha Damodara Deshyama Sundara De Gokula Nandara Dharamanju Ki Jai Nitya Lila Pravishto Mishnupada Stotra Satya Shimad Bhaktivedanta Narayanga Swami Raj Ki Jai Prishto Mishnupada Stotra Satya Shimad Bhaktivedanta Vamanaga Swami Maharaj Ki Jai Dila Prishto Mishnupada Stotra Satya Shimad Bhaktivedanta Vikramaga Swami Maharaj Ki Jai Prishto Mishnupada Stotra Satya Shimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai Prishto Mishnupada Stotra Satya Shimad Бхакти Дживанджанардана Госвами Махарадж ки джай, Кришна Вишну Пада Стотра Сатья Шриман. Бхакти Веданта Свами Прабхупада ки джай, Кришна Вишну Пада Стотра Сатья Шриман. Гаургавинда Махараджа ки джай, Кришна Вишну Пада Стотра Сатья Шриман. Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж ки джай, Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж ки джай. Нитилила Кришна Вишну Пада Стотра Сатья Шриман. Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура Шрила Прабхупада Ки Джай, Кришна Вишнупада Стотра Сатья Шрила Горкишвар Дас Ваджа Махарадж Ки Джай, Кришна Вишнупада Саччидананда Шрила Бхактивинод Тхакур Ки Джай, Нитила Кришна Вишнупада Вайшнава Саробама Шрила Джаганнат Дас Ваджа Махарадж Ки Джай, Рупануга Гаудия Гуру Варга Ки Джай, Шрупа Санатана Бхатта Рагунатх Шри Джива Пала Бхатта Дас Рагунатх Шри Госвами Прабху Ки Джай, Сарупнама Дарара Ирмананда Диши Горпара Шрила Вринда Ки Джай, Намачара Шрила Харидаса Гуру Ки Джай, Премсика Шри Кришна Четания Прабхинтьянанда Шри Адвайта Гнатара Шрива Сри Шри Гору Бхакта Вринда ки джай, Надит мандал ки джай, Враджа мандал ки джай, Кшетра мандал ки джай, Трибон мангла Шри Харинам Санкиртан ки джай, Чара сампрадая чара 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 дхама ки джай, Ананта коти вайшна вринда ки джай, Самагата гор бхакта вринда ки джай, Нитай гор приманандэ хари. Гьянатимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшуран Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха. Гураве Гуру Чандрая, Радикай Тадалая, Кришная Кришна Бхактая, Тадбхактая Намо Намаха. Ванчакалпатарубьяшча, Крипа Синдубья Эвачам, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха. Анандалиламай Виграхая, Мабадивича Висундарая, Тасмай Махапрема Раса Прадая, Читанья Чандрая Намо Намасте. Нитянанда Намастубьям, Премананда Прадайне, Калохо Калмашанашая, Джаннавапатае Намаха. Аджаналамбита Буджо Канакавадатам, Санкиртанай Капитаро Камалай Такшо. Вишамбара Диджвара Джагадарма Палам, Ванде Джагад Приякаро Карунаватару Кало. Канака Джалада Гатро, Нила Шонаб Джанетро, Мригамадавара Бала, Малати Кундамала, Тарала Таруна Веша, Нила Питам Бареша, Смарани Британи Гунджи, Радика Кришна Чандра, Анга Шьямали Мачата Виравито, Манди Критенди Варам, Джаддям Джагударо Чешам Видада Дампатам Барасья Шриям, Вриндаранья Нивасинам, Ридила Саддама Бирамодарам, Рада Сканда Нивеши Тожила Буджам Дьяриям Дамодарам. Бала Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Прежде всего, мои бесчисленные дандавата пранамы лотосным стопам Шива Гурудева, Нитилила Правишта, Ом Вишнупада, Стутра Сатья Шримад, Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа, все Рупануга Гуру Варги, всем дорогим преданным здесь, в Краснодаре, также в электронном эфире, у нас порядка 8 компьютеров. Надандаватый бхактам из Литвы, скорее мы с жюри, ораз бхактам с Польски, которые нас оглядают, дандаваты пранамы. Итак, несколько вечеров мы обсуждаем все читания Махапрабху, его учение, его славу, также славу его преданных.
ты. Окей, супер. Все, все. Сегодня мы обещали рассказать о Шри Харидасе Такуре. Да? Как зовут нашу новую знакомую? Шри Янаки Джай, окей. Мы вас слышали. Так вот, вчера мы рассказывали о том, как Нитьянанда Прабху встретил Мадхавендру Пурипада. Слышали эти имена, Яна? Шри Чайтанья Махапрабху? Нет. Кришна? Кто такой? Кто такой Кришна? Верховный. Верховный? Что он делает? Играет на флейте, которую у нас украли на этот раз. Есть такая лила, когда у Кришны крадут флейту в духовном мире. Есть такая игра, когда у Кришны крадут флейту. Сегодня в Краснодаре такое случилось тоже. В эти дни у Кришны украли флейту. Поэтому все переполошились. Итак, Кришна — это Бог, и Он играет на флейте. Это новое открытие для Яны сегодня. Вот вы видите три фигуры здесь. Это Кришна. Ну понятно, он же играет на флейте. А кто эта девушка рядом с Кришной? Радхика, наверное, правильно. А кто вот это вот такое стоит справа? Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахи Анья. Шри Кришна Чайтанья — это никто иной, как сам Кришна, который принял цвет и настроение Шримати Радхики. Сам Кришна, он цвета Шьяма. Шьяма Сундара означает прекрасного оттенка, схожего с цветом свеженалитой грозовой тучи, вот как сегодня. И завтра тоже. Завтра не будет солнца, завтра будут тучевые облака весь день, и может дождик. Но Атали Кришна. Да, Кришна, он, да. Но он полностью покрыт, вы видите здесь, он золотистый, что он покрыт цветом Шримати Радхики и ее настроения. Вот это Шри Чайтанья Махапрабху. Да? Если Кришна приходит, пришел 5000 лет назад, Шри Чайтанья Махапрабху пришел 527 лет. Это тот же Кришна, который приходит каждый раз, когда приходит Кришна. Спустя 4500 лет он приходит в роли преданного. Это Кришна, который приходит в роли своего преданного. А кто лучше преданная Кришна? Конечно, та, что стоит слева от него. Шримати Радхика. Его лучшая преданная. Включи свет, а то людям не видно, люди что-то смотрят, там пытаются найти. Положите книги все, они мне нужны вам сейчас. Окей. Вот. Итак, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он постоянно был погружен в экстаз. Он постоянно звал Кришна, Кришна, Кришна. Почему? Потому что он хотел постичь любовь, которая живет в сердце Шримати Радхики, также красоту собственных качеств, которая ощущает в своей любви лишь она одна. И что она чувствует, когда ощущает эти прекрасные качества. Сам Бог, который желает понять, как его любит его лучшее преданное, это Шри Чайтанья. Чайтанья переводится как жизненная сила. Чайтанья. Вообще говоря, Четана — это сознание. А Чайтанья также переводится состояние сознания. Поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, то есть отреченный уклад жизни, получил одежду саньяси, данду, священный посох, он получил имя Шри Кришна Чайтанья. Что это означает? Значит, сознание Кришны. Чайтанья значит сознание. Сейчас у нас и чувства реагируют на объекты чувств. Это называется состояние сознания. Наше сознание окрашивается в те объекты чувств, цвета тех объектов чувств, которые мы видим, как кристалл. Он окрашивается, или прожектор, фильтр на прожекторе способствует тому, что цвет этого луча, прожектора, определенный, там, розовый или зеленый, или синий, в зависимости от фильтра, также наше сознание окрашивается в определенные цвета из-за того, на какие объекты чувственного восприятия мы реагируем своими чувствами. Но весь процесс бхакти, наш процесс, он сосредоточен вокруг того, чтобы обрести сознание Кришны. Поэтому мы говорим о сознании Кришны, да? Чтобы наше сознание стало полностью духовным.
Сейчас у нас есть материальное тело, которое состоит из двух частей, грубое и тонкое. Грубое тело из пяти материальных элементов, тонкое тело – ум, разум, ложное эго, функции ума – thinking, feeling and willing. Размышления, чувства, ощущения и желания. И все это окрашено в материальные цвета, потому что мы воспринимаем материальные объекты в этом мире. Но мы хотим, чтобы наше сознание стало сознанием Кришны. А что произойдет, когда сознание станет сознанием Кришны, Миша? Тогда мы обретем духовное тело. Вот тогда наше тело станет полностью духовным. А пока же у нас есть только духовный потенциал, который живет в сердце, как просто склонность служить. Да? Вот эта склонность служить в нашей жизни направляется на временные объекты. И по этой причине мы попадаем в материальное рабство. Мы становимся рабами объектов чувств. Так же, как наркоман или алкоголик не может жить без своего химического препарата той или иной группы. Вот. Так же человек, который прикован к объектам чувств, становится чувствоманом этого мира. Он не может жить без объектов чувств. Это называется пристрастие, addiction. Называется пристрастие. Но человек не может высвободиться от этого пристрастия. Вот. Но если ты просто берешь и переключаешь свое сознание на чисто духовный предмет, это Кришна, и что все, что с ним связано, его имя, его образ, его качество, его развлечение, нама, румба, гуна, лила, имя, образ, качество, развлечение, тогда сознание становится духовным. Вот это выигрыш. Это абсолютный путь. Почему? Потому что духовная материя – это высшая реальность, абсолютная реальность. И сюда она тоже проникает, в этот материальный мир она тоже проникает. Через что? Через саду, сангу, через общение с преданными. Поэтому вчера и позавчера мы слушали, как Сри Чайтанья, да, и Нитьянанда, его ближайший спутник, как они были погружены в экстаз, когда они общались с великим святым Мадхавендрой Пури, или даже с тем брахманом Шри Чайтанья Махапрабху, помните, в первый вечер мы читали, с тем брахманом, который общался с Мадхавендрой Пури, Шри Чайтанья Махапрабху, общаясь лишь с ним, он ощущал духовный экстаз. Вот. Господь Чайтанья и его спутники, это Нитьянанда, Адвайта, Гададхара, Шривас. Вот о Чайтанье и Нитьянанде мы слушали вчера и позавчера. А сегодня мы будем слушать об одном очень важном преданном, очень дорогом Шри Чайтанья Махапрабху, которого он назвал Нама Ачарьей, то есть Ачарьей или Святым Учителем Святого Имени. Его звали Харидас Такур. Шри Нама Ачарья Харидас Такур Ки Джай. Сегодня мы будем слушать потрясающую историю его жизни. И каждый раз, когда речь заходит о Харидасе Такуре, мы молимся ему о том, чтобы он дал нам духовную силу. Потому что там, где Харидас Такур, там всегда победа. Послушайте, как он воспевал святое имя. Воспевать святое имя не так сложно в целом. По сравнению с процессом мистической йоги, например. Процессом аскез различных. В Гималаях йоги сидят в холодной воде зимой. Очень низкая температура. Или обкладывают себя кострами с четырех сторон, когда палящий зной, 40 и выше градусов. Вот. Желая отвязаться от тела и так далее, совершают большие аскезы, проходят через различную йогическую практику. А воспевание святого имени по сравнению с этим довольно просто. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Не так сложно. Просто имеешь органы артикуляции и вибрируй. Вот. Но на самом деле приходят разные препятствия. И вот чтобы преодолеть эти препятствия, мы прибегаем к помощи Харидаса Такура. Он поможет нам преодолеть препятствия. Харидас Такур родился раньше, чем Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в 1486. Махапрабху значит великий Господь. Маха значит великий. Прабху значит Господь. Господин. Вот. 1486. А Харидас Такур 1449. То есть он был уже
как в приличном возрасте, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел. Вот, он его был таким образом старше на 37 лет. И Шри Чайтанья Махапрабху ему поклонялся как старшему. С точки зрения кастовых брахманов, Харидас был неприкасаемым. Почему? Потому что он был воспитан мусульманами. Тогда Индия находилась под мусульманским владычеством. Несмотря на то, что его родители были брахманы, да, отца звали Сумати Такур, а мать Гаури Деви. Он был воспитан мусульманами, потому что в полугодовом возрасте остался сиротой. Малан Кази, это было имя его приемного отца. Он воспитал его, был мусульманин. Гурудеву как-то раз задали вопрос: о, если Харидас Такур был мусульманином, должно быть, он ел мясо. Гурудев сказал: нева, никогда. Никогда. Харидас Такур не прикасался к убойной пище. Вот. Поэтому кастовые брахманы его презрительно называли Яван Харидас. Яван значит, ну, тот, кто из семьи тех, кто не соблюдает ведические принципы, то есть ест убойную пищу. Еще юношей он покинул родную деревню, стал путешествовать по берегам Ганги. И, наконец, он достиг Шантипура. Шантипур – это прекрасное место, где жил Адвайта Ачарья. В этом году в Навадвипе мы, Саджан тоже там был, посетили Шантипур однажды утром. Прекрасное место, замечательный манговый сад растет. И рядом стоит дом, в котором жил Адвайта. Адвайта – это очень дорогой спутник Шри Чайтаньи. Вот он. Вот это Адвайта. Это, собственно, воплощение Кришны, Махавишну. Вот. И принял его своим гуру. Харидас принял Адвайту своим гуру. Он получил от него святое имя. И Адвайта, он построил для него шалаш. Построил для него баджана кутир. Место, где тот совершал баджан, мы говорим, то есть молитвенную практику. Харидас Такур на своем примере показал, что духовное продвижение не зависит ни от цвета кожи, ни от национальности, ни от вероисповедания даже. Поэтому столько людей, которые происходят из мусульманской, христианской среды, они приходят в сознание Кришны. Почему? Потому что это универсальная религия. Она стоит на общих принципах, которые общие для каждой религии. Существует два понятия – нитья-дхарма и наймиттика-дхарма. Нитья-дхарма – значит вечная религия. Нитья – значит вечная. Она никогда не изменяется, никогда не начинается, никогда не кончается. Так же, как сам духовный мир. Он никогда не начинался, никогда не закончится. И это вечное, потрясающее, трансцендентное настоящее. Сат, чит, ананда – полное вечности, знания, блаженства. Вот. Поэтому религия – это то, что связывает нас с духовным миром. Поэтому как сам духовный мир, трансцендентный мир? Понимаете, о чем я говорю, трансцендентный мир? Существует материальный мир, мы в нем сейчас живем. Огромное количество обителей здесь, 14 планетных систем. Но это лишь одна Вселенная. А Вселенных очень много. Все они выходят из пор Махавишну, воплощения Кришны. Каждая Вселенная, как пузырик, выходит из его пор. Но существует трансцендентный мир. Ученые квантовой механики назвали его антимиром. Они на полном серьезе подошли к нему и сказали, это антимир. И они открыли античастицу, которая приходит оттуда. Это то сияние Брахмана, о котором мы говорили, вот это антимир. И они пришли к выводу, что все, что здесь является живым и вращается, крутится, это все следствие того, что эта частица приходит из антимира, который романтика уже видит во сне. Вот. Поэтому также и вечная религия, она незыблема. Она никогда не возникала, никогда не закончится. В Индии говорят санатана дхарма. Санатана значит вечно. Но иногда та же самая религия, она в разных регионах, для разных народов, предстает как временное проявление, которое приспособлено для их уровня сознания. Это называется наймиттика дхарма. Наймиттика означает, от слова нимитта означает обстоятельства. То есть согласно обстоятельствам. Вот пришел тот или иной пророк к тем или иным людям с тем или иным уровнем сознания, дал им
определенные принципы, не убей, не укради и так далее, и так далее. Я бы вам дал больше, да не, как, не вместить. Не вместить. Не сможете. Сознание не позволяет. Квалификация не позволяет. Поэтому сейчас мы говорим о вечной религии. Так вот, Харидас Такур, несмотря на то, что он был мусульманином, он повторял Харе Кришна, он повторял святые имена Кришны. Адвайта Ачарья не только посвящал Харидаса в тонкости према бхакти, но он его кормил прасадом, вообще обеспечивал всем. Харидас был таким отреченным, что жилищем ему стала пещера, он жил в пещере. Он не беспокоился о себе, он всегда был счастлив. У него не было никакой привязанности к мирской жизни. И святое имя Кришны постоянно было у него на устах. Постоянно он распевал святое имя. Ни на мгновение он не терял вкуса к повторению святых имен. Мы постоянно на что-то отвлекаемся. Заставить себя повторять святые имена трудно. Но Харидас Такур наоборот. Он был такого уровня, что даже сам Чайтанья Махапрабху его назвал Ачарьей святого имени. Намачарья. Чем выше мы поднимаемся в Кришна-бхакти, тем больше у нас ручи, тем углубляется у нас ручи, то есть вкус к святому имени, тем больше углубляется вкус к святому имени. Вот. И среди жителей деревни Харидаса пользовался большим уважением. Всем очень доверяли, он со всеми жил в мире и согласии. Однажды случилось такое, что вообще люди к ним очень любили приходить, в эту пещеру. Люди любили приходить, но они заметили, что какой-то странный запах идет. Вот оказалось, что под пещерой где-то внутри, в норе, живет змея. Эта змея такая огромная, что из пещеры исходит вонь. Вот Харидас даже не замечал, что там какой-то странный запах. Вот. Но люди стали замечать, он сказал, я, впрочем, в общем-то, хорошо живу здесь. И если тут даже есть змея, с ней хорошо уживаюсь. Вот. Но если вы хотите, чтобы я ушел, я уйду. Но, в принципе, я знаю, что змея должна уползти еще даже до наступления следующего утра. И те люди, которые к нему пришли, они с изумлением увидели, что вдруг, как только он это сказал, раздался шорох и выполз огромный змей, пестрый, с кожей, разноцветной кожей, полосатой. Вот, быстро уполз, доставив это место. Вот. Такой великий святой был Харидас Такур. Вот. Ему были подвластны все мистические силы. Такой приятный, он владеет всем, но он никогда этого не показывает. Однажды Шрила Бхактивиданту Свами Махараджа Прабхупаду, который первым, в большом масштабе, первым, скажем так, принес сознание Кришны во весь мир, его спросили, попросили, могли бы вы показать какую-то мистическую силу? Он сказал, вот моя мистическая сила. Показал на своих учеников. Вот. Что люди, которые сидели на ЛСД и ели мясо и занимались бог знает чем, они быстро стали воспевать святые имена. Также и Харидас, он владел всеми мистическими силами, но никогда этим не гордился. Он не чувствовал страха ни перед смертью, ни перед мусульманами, которые очень точили на него зуб. Они не любили его, потому что он стал индусом. Согласно канонам мусульман, если ты стал индусом, ты полностью утратил свое положение. И единственной исправительной мерой для тебя является смерть. Поэтому таких людей казнили очень жестоко. Индия была под очень жестоким владычеством мусульман тогда. Ну и местный правитель Кази, он узнал об этом. Ему очень-очень не нравилось. В особенности ему не нравилось, что растет популярность Харидаса. Как только что-то светлое появляется, сразу куча завистников. Это нормальный признак, это хорошо. Вот. Преданные очень радовались, что Харидас пришел туда и остановился, но правители мусульмане пришли в ужас. Когда они услышали, что Харидас живет там, они его немедленно схватили и посадили в тюрьму. Пленники услышали, что Харидас пришел к ним, он был известным святым, поэтому они его очень уважали.
Сразу же Харидас, увидев пленников в этой тюрьме, он припал к их лотосным стопам. Почему? Потому что он был смиренным преданным, и он выразил им почтение. Потому что это тоже духовные души, правильно? Его длинные милостивые руки и лотосные глаза, его прекрасный луноликий облик пленили сердца всех. Вот, поэтому заключенные тоже поклонились ему. Представьте себе, приходит новый заключенный в тюрьму, и все сразу Ванча Кальпа тоже. И он, и они ему тоже. Вот. Поэтому Харидас Такуран увидел их, в каком они состоянии, и он сказал: «Оставайтесь такими всегда». Он дал благословение. Но они неправильно поняли. Они поняли: «О, он хочет, чтобы мы вечно были заками». Но на самом деле Харидас сказал: «Оставайтесь такими, то есть почитающими вайшнавов, почитающими святых личностей, всегда». Вот. Сперва они не поняли всей глубины этого благословения и помрачнели. Но Харидас объяснил им, в чем дело, что он имел в виду. «Пожалуйста, не печальтесь моему благословению. Я никому не желаю зла. Я хочу лишь, чтобы любовь, которую вы чувствуете сейчас к Кришне, навсегда осталась в ваших сердцах. Повторяйте имя Кришны, вспоминайте его игры и берегите свою преданность». Вот это самое главное. Есть только два наставления, которым мы должны следовать. Всегда помнить Кришну и никогда не забывать. Кришна були, моя джива анади бахирмук. Джива забыла о Кришне с незапамятных времен. Когда мы проявлялись в этом мире, у нас было два выбора. Бросить взгляд на духовную энергию или бросить взгляд на материальную энергию. Волей обстоятельств мы выбрали второе. Мы бросили взгляд на материальную энергию, и она нас притянула в свои сети. Поэтому мы чистые духовные души по сути, но так как мы обусловлены по типу, мы склонны подпадать под влияние майи или иллюзии. Майя, ма значит не, и я значит это. Не это, значит иллюзия. Поэтому она выполняет свои две функции. Покрывает нас и затягивает. Покрывает и затягивает. Аваранатмика, пракшапатмика. Покрывает и затягивает. Вот. Поэтому Харидас знал об этом, и он очень любил этих пленников, да, своих, как сказать, сокамерников. Вот. И он сказал: повторяйте имя Кришны. Со слезами на глазах искренне молите Кришну о помощи. Всегда думайте о нем. Когда вы выйдете отсюда, не возвращайтесь к прежним дурным привычкам, не общайтесь с грешниками. Потому что семена порочных желаний могут вновь прорасти в ваших сердцах. Вот. Поэтому умы и сердца обычных людей полны греховных желаний. Они привязаны к деньгам, противоположному полу, другим приходящим радостям. Но если по воле Бога человек обретает чистую преданность Кришне, постепенно он освобождается от страданий этой жизни и начинает служить Верховному Господу. Не только страдания, радости тоже. Потому что мы привязаны к счастью и хотим отвязаться от несчастья. Это наше, как сказать, желание, чтобы быть счастливым и не быть несчастным. Но это лишь последствия кармической жизни. Счастье и несчастье приходят сами собой, по карме. А карму ты не изменишь, пока не встанешь на путь бхакти. Пока ты не встанешь на путь преданного служения, карму ты не изменишь. Харидас Такур — это ачарья святого имени, то есть это святой учитель святого имени. Мы говорили на днях, да, есть три уровня повторения святого имени. Вот мы берем четки, повторяем святое имя, мы вместе воспеваем святое имя. Есть три уровня. Нама Апаратха, то есть оскорбление святого имени, Нама Абхаса, то есть тень святого имени, и Шудда Нама, значит, чистое святое имя. Нама Апаратха – 10 оскорблений святого имени. Саджан говорил вчера об этом. Вот Нама Абхаса – тень святого имени. И Шудда Нама – это чистое святое имя. Я хочу Саджана пробую еще раз попросить 10 минут. Вкратце 10 оскорблений, только четко. 10 оскорблений – Нама Абхас и Шудда Нама. Что не все запомнили или не все слышали, пожалуйста. Харидас Такур — это как? Агьяна Тимирам Даси, Агьяна Джана Шалакая, Чакшурун Миритам, Тасмаши, Гуравин, Гуру и Гурачан, Радика, Кришна, Кришна, Бхакта, Тад Бхакта, Намо, Ванчипал, Крипа Симпу, Певача, Катитана, Павай, Вайшман, Намо, как мы уже слышали,
Сад Махарадж сказал, что Харидас Такур, он является Намачари, святого имя. И Бхактивинода Такур написал такую книгу, где приводит разговор, беседу между Чайтанья Махапрабху и Харидасом Такуром. И Чайтанья Махапрабху задает ему вопросы, как бы, и Харидас Такур отвечает. И на самом деле там Харидас Такур говорит, на самом деле я отвечаю то, что ты хочешь. Точно так же, как беседа с Рай Раманандом, он говорит, на самом деле я кукла, ты кукловод, а я кукла, и я танцую и говорю все, что ты хочешь. То есть это действительно так. Господь как бы вкладывал в уста Харидаса Такура то, что должно было как истина явиться о святом имени. И эта книга Харинама Чинтамани, они называются. Харинама, то есть Хари, Верховный Господь, Нама, его имя, и Чинтамани, это драгоценный камень, то есть драгоценный камень святого имени, эта книжка называется. И там, в общем-то, все полностью описано про того, как воспевает святое имя, как достигаются различные уровни преданности благодаря этому воспеванию. И там упор, конечно, делается вот на три уровня воспевания. Это нама-апарадха. Апарадха – это оскорбление. Апа-радха. Радха – это как бы Шимати Радхарани. И на самом деле, то есть это радха, это блаженство, тот, кто приносит блаженство. А апа-радха – это без радхи, то есть без блаженства, без удовольствия, так скажем. Вот. И поэтому апарадха это называется препятствие, то, что является препятствием, вот. Или оскорблением как раз. И есть также уровень воспевания намабас. Намабас это называется намабас. Это тень святого имени, тень святого имени. То есть это еще не само имя, но тень его. Оно отличает и намабас он бывает двух видов. Без шрадхи, без веры и с верой. Без веры это когда только джива сталкивается со святым именем и как-то невзначай произносит, так или иначе. Мы все учились в школе, но во всяком случае раньше у нас был букварь, туда обязательно ходила мама, мыла, раму. Рама. И мы все произносили святое имя. Еще самом... очень красиво. Крыша на горизонте. Крышна на горизонте. Да, на самом деле, хотя мы не знали, но мы произносили святые имена. Я помню точно так же, я занимался гимнастикой, у нас один прыжок назывался в честь одного японца, он назывался Цукахара. Мне всегда нравилось. Цукахара, думаю. Потому что, может, из-за этого я стал предан, может, из-за того, что у меня был друг, у которого фамилия была Нарайкин. Его всегда звали Нара, Нара. А Нара это, ну, Нараяна. Нараяна иногда Нара называют. Вот, так или иначе, да. В Финляндии все фамилии кончаются на Онен. Кукканен и так далее, и так далее. Одна преданная себе фамилию сделала Кришнанен. Кришнанен. В паспорте. Ну, так или иначе, поэтому мы иногда повторяем святые имена, сами не зная того, или иногда даже шутя или с издевкой, относясь к преданным. То есть мы иногда идем с санкиртана, и кто-то говорит, о, проклятые кришнаиты. Но все равно произносит святые имена. Кришна, Кришна. Да. Или передразнивает Кришна, Кришна, Рама, Рама. Ну, так или иначе, это как бы намабас, без веры. Намабас. Но тем не менее, человек, произнося святое имя, в каком бы настроении он ни был, он все равно зарабатывает сукрити, запас благочестивых поступков. Очень хороший сразу. Поэтому нам как бы и рекомендуем, то есть мы, это наша обязанность ходить, и чтобы все живые существа, сознающие, то есть люди и не сознающие, кошки, собаки и так далее, птицы и все остальные слышали. Когда они слышат, они получают очень-очень большое благо на самом деле, хотят они или не хотят. Это очень великое благо. Я вчера маленькую историю рассказывал, поэтому как бы не буду повторяться об этой истории. Могу, правда, еще одну рассказать. Вот история, которая прославляет святое имя. 10 оскорблений, это сказал. Да. Ну, перейдем, значит, так. И есть Шуда Нам. Шуда – это чистое святое имя. Чистое святое имя – это просто, когда кто-то произносит, и сам Кришна, он входит в этот звук и сам является. То есть человек, произнося это, сразу, так сказать, видит Кришну, видит духовный мир, видит его окружение, видит его дхаму, землю, где это происходит, видит все сразу.
Вот это вот называется шуданам. Шуданам, в общем-то, произносит на очень высоких стадиях, это минимум уровень бала, минимум, не раньше. До этого, в общем-то, идет все на мабас. Но на мабас очень сильный. Тот, кто читает на мабас, это уровень очищения, называется на самом деле на уровне очищения. На мабас настолько могуществен, что он просто смывает все-все оскорбления, все грехи. Одно повторенное имя с верой может и столько грехов уничтожить, сколько человек за одну жизнь не сможет нагрешить. Представляете? Вот реально, если кто-то один раз произнес на мабхас, чистое святое, без оскорблений, туда Кришна еще не вошел. Иногда Кришна он ждет издалека и думает, ну ты очень долго меня оскорблял и по-разному относился ко мне, я пока подожду. И он стоит в стороне и смотрит, даже когда мы уже так безоскорбительно повторяем. Но вот этот вот намамас, он настолько могущен, что он все-все сжигает в сердце и все освобождает от этого самого. И мы знаем, я хочу напомнить, многие преданные, которые, в общем-то, уже знакомы со знанием Кришны, они слышали о Джамиле. Был такой брахмана Джамила. И это особая история сейчас. 10 оскорблений. Ну, я просто... И он пал ввиду того, что, ну, так или иначе, судьба его заставила. Он связался с одной проституткой и жил там с ней, и добывал себе различные, и грабил, и убивал, что только там не делал. Вот. И в 70 с лишним лет, говорится, лет под 80, у него последний ребенок родился, маленький. И тот брахман однажды, который посетил, он сказал, назови его Нараяна. И он назвал. Вот благодаря тому, что тот посоветовал святой ему так назвать, он ему все время говорил, он Нараяна, он святое имя произносил. И в момент смерти, когда он умирал, за ним пришли ямадуты. Они стали его тонкое тело вытаскивать, специальная петля у них есть, они затягивают и вытаскивают. И в этот момент, почему многие люди на смертном одре, так сказать, испражняются, потому что они видят этих ямадутов, им так страшно, что они испражняются. И он то же самое очень испугался, и он стал глазами искать и увидел своего сына и стал Нараяна. Вот, и он произнес. И в этот момент пришли вишнудуты, 4 вишнудута. Почему 4? Потому что он произнес 4 слога. Нараяна. Пришли 4 вишнудуты. И спасли его от этого дела. И у него была возможность дальше в этом теле совершать баджан, так сказать, и он достиг совершенства. Только благодаря тому, что он перед смертью повторил святое имя, настолько оно могущество. И вот это вот есть 10 нама-аппаратов. Первое – это саду-нинда, это оскорблять, порочить вайшнава, критиковать вайшнава. То есть, что такое критика? На самом деле, если саду-махарадж придет и скажет, саджан на крыше дома марихуану курит, это будет нормально, если это действительно так. То есть он не критикует, нет, он просто констатирует факт, да? Вот. Но если кто-то приходит и начинает говорить, а вы знаете, он так... И вот специально у него такое настроение, что просто опорочить человека. Вот это как бы называется критика на самом деле. То есть если мы правду говорим, это ничего. То есть на самом деле говорится 3. Спасти себя, спасти другого, помочь. И ради просвещения как бы. Вот в 3 моментах можно, так сказать, излагать какую-то правду, которая не очень хороша, так сказать. Вот. Но вот эти 3 момента, они всегда оправдывают. Это оправдательные моменты. В других моментах, если эта правда не очень хороша, ее лучше не говорить. Так или иначе. Ну, вот это называется саду-нинда, оскорблять вайшнава. Второе, это то, что... считать, что Кришна и полубоги, они на одном уровне. На самом деле, тот, кто считает, это уже намапаратха, то есть как бы он ни воспевал, считается. Поэтому на самом деле Кришна или инкарнации Господа Вишну Таттва, они всегда занимают высочайшее положение, а все полубоги все равно ниже. Даже сам Господь Шива, который на самом деле полу является как бы Вишну Таттвой, только немножко преобразованный такой, то он все равно по рангу ниже, потому что у него все равно 54 качества, вот. Но не 60, как у Вишнататвы, 54, на 6 качеств поменьше, 55, на 5 качеств поменьше. У Вишнататвы у всех 60, у Кришны 64, у Кришны больше всего качеств, поэтому он верховный абсолютно, пара брахма.
тот, кто считает, что святое имя, слава святого имени преувеличена, то есть тот думает, что просто нахваливает святое имя, это тоже нам аппарат. На самом деле, я вам привел пример, что святое имя настолько могущественно, столько оно спасло людей, которые просто случайно его повторили. В тот раз я привел пример, что один тоже греховный человек один раз в саду Самби повторил один раз святое имя, и его на паланкине духовный мир принесли. Третье оскорбление. Четвертое оскорбление. Это шастра-нинда. Это шастра-нинда. Это не почитать шастры, то есть не верить в шастры на самом деле. Вот Махарадж приводил, сколько сегодня, 11 пуран являются. Упанишат. Упанишат, да. Пураны различные, веды, веданги, различные части. На самом деле, что они говорят, нужно верить все точно. Даже иногда они противоречат. В одной части вед говорится, что мясо можно есть, в другой говорится нельзя. Почему? Есть разные наставления для разных людей. Есть для людей в гуне невежества, которые в гуне страсти и в гуне благости находятся. И они разные наставления. То же самое, разные бывают веды как для разных людей. Иногда они кажутся, что правильно, но на самом деле там нет никаких противоречий. Просто-напросто для каждого уровня дается свое. Потом говорится, что так, святое имя. Пятое, плод воображения. Да, считать и святое имя плодом воображения. Многие думают, что, как Майявади, например, они на самом деле думают, что Кришна это всего лишь навсего как бы Брахман, преобразовавшийся через Майю, то есть через иллюзорную энергию свою, и предстает в материальном облике на самом деле. И имя его тоже, оно просто-напросто материально и иллюзорно. И поэтому, кто так думает, на самом деле является оскорбителем. Поэтому Майявади, те, которые имперсоналисты, повторяют святое имя. На самом деле они повторяют не святое имя, а намо-аппарат. Поэтому при таком воспевании самое большее, чего они могут достичь, ну, освобождение. Так нет. Больше ничего. Шестое, плодом воображения. Свои комментарии, свои интерпретации. Да, и также, если кто-то дает на святое имя свои какие-то комментарии, вот, то есть сами они так толкуют, так трактуют или так или иначе трактуют. Также есть являть славу святого имени неискушенным. Не-не-не, седьмое это совершать греховные поступки. Можно просто последовать. Совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени. Это человек на самом деле знает, что это греховно, что это не нужно. Но он думает, сейчас я это сделаю, а потом приду домой, почитаю Харе Кришна, Харе Кришна, и все с меня спадет. Это подобно тому, как проищит во многих религиях есть, то есть исповедаться. Многие грешат, потом приходят, священнику шип-шип-шип, покаялись. Ну тут вроде бы, ах ты, такой, ну ладно, иди с Богом. Раз, ну сколько? Раз, два, три сделал. И он думает, что Господь каждый раз будет прощать, ничего подобного. Если человек кается, после этого дела он не должен больше совершать такие поступки. Также и тот, кто рассчитывает на силу святого имени, но не исправляется на самом деле, то и еще и злоумышленно как бы грешит и думает, я потом Хари Кришна и все пройдет. На самом деле это нам аппарат считается. Потом проповедовать славу святого имени не сведущий. Но имеется в виду в том дело, что если человек невинный, то есть мы так называем людей, те, которые просто по невежеству, ну не знают, или нормально, но они адекватно реагируют, то есть им объясняешь, они хорошо реагируют, таким можно. Но если вы объясняете человеку, тот, который очень злобно и не хочет принимать, отвратительно, то чтобы не усугублять его аппарате, то есть он на самом деле, не провоцировать его к оскорблению, то мы не должны таким людям проповедовать. Это то, что говорил Иисус Христос. Метать бисер перед свиньями. Не мечите бисер перед свиньями. Вот. Кармаканда. Да, и также считать плод святого имени точно такой же, который дают аскезы, жертвоприношения, что там еще,
кармы, гьяны и так далее. То есть различные совершения ритуалов, религиозных или каких-то постов, сильных аскез, что-нибудь в этом, что это одно и то же. Ничего подобного. Сила святого имени во много раз превосходит настолько, что просто невозможно ее измерить. Я говорил, что одно произнесенное с верой святое имя способно уничтожить столько грехов, сколько человек не сможет нагрешить даже за всю жизнь. Если он будет стараться грешить, он даже не сможет этого грешить. И последнее, вот это последнее, это как раз к преданным относится, потому что преданный, который уже более-менее опытный, хотя бы годик в сознании Кришны, он фактически от первых 9 оскорблений избавляется, потому что, в общем-то, только дураки полные будут, так сказать, совершать такие оскорбления. И 10 оскорбление, оно звучит так. Слышать славу святого имени, но не развивать привязанности к нему. Мы слышим о славе святого имени, но мы не стараемся увеличивать привязанность. Смотришь, преданный до 16 кругов наращивает, дошел, и все, и 16 кругов в год проходит, 2, 3, 4, 10 лет, и все 16 кругов. И потом он говорит, у меня куда-то все ушло, раньше хорошо читал, а потом без вкуса, вкус пропал. На самом деле, Кришна и имя святое, оно не отлично. Сам Кришна это самый, вот реально. И когда мы его зовем, он говорит, что ж ты меня зовешь, а, так сказать, не прилагаешь никаких усилий. И он просто видит, что реально не прилагает никаких. И он просто говорит, ну извини, я тоже пошел. Если ты не хочешь, так сказать, двигаться ко мне в мою сторону, то я-то здесь при чем? Поэтому есть стих Бхагавадгиты. Насколько человек предается мне, настолько я ему отвечаю. Кришна сам говорит. Поэтому нам хотя бы шажочек нужно сделать. Он 10 нам сделает, но шажочек мы-то должны к нему сделать. Поэтому если каждый годик хотя бы по 2 кружка добавлять, и в конце концов мы хотя бы должны прийти к 64 кругам. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, я не собираюсь на какие-то серьезные темы с кем-то разговаривать, тот, кто не читает лак. Точно самое читание Махапрабху говорит. Я приду только к тем обедать и буду вкушать прасад, кто лакшмипати. И все лакхапати. Лакхапати. Да, лакха это обозначает тысячи. И 100 тысяч. Да. И преданные сказали, но Махапрабху, мы же все преданные, большинство из нас не такие богатые. Как же, говорит, я говорю, я не это имею в виду. Я имею в виду 100 тысяч святых имен. Как раз лак 64 круга читает. Там это 100 тысяч святых имен составляет как раз. Кто читает? Наш Гурудев 32 раза вокруг света объехал. Много-много лет проповедовался. Каждый день 60, минимум 64. Каждый день 64 круга. Каждый день читал. Поэтому святый Харидас Такур 3 лака читал. 3 раза по 64. Представляете? Каждый день. Поэтому на мачане. Гор прямо на дне. Харибол. Итак, мы остановились на том эпизоде, когда мусульманам очень не понравилось, что Харидас Такур сидит в этой пещере и воспевает святое имя. А самое главное, производят впечатление на окружающих. Другие люди начинают тянуться к нему. Эй, они посадили его в тюрьму. Ну, поэтому его потом повели к помощнику Кази, помощнику правителя на допрос. Но он чувствовал себя очень смущенным, но когда помощник Кази ему предложил сесть, и он сказал ему, какие мысли завладели тобой? Тебе же так повезло, ты родился мусульманином, а сейчас ты хочешь стать грязным хинду. Ты повторяешь имена индусского бога. Мы не принимаем даже рис, который осквернен индуистами. Почему ты повторяешь их имена его бога? Дорогой господин, бог один для всех. Неважно, кто человек по национальности, кто человек по вероисповеданию. Мусульмане и индусы называют его по-разному, согласно Корану и Пуранам. Бог есть один, он вне двойственности. Адвайтам, Ачютам, Анадим, Анантарупам, Адьям, Пурана, Пурушам, Навайовунам, Чам. Он вечный, он трансцендентный, он непогрешимый, абсолютно истина, совершенная, полное целое, пребывает в сердце каждого. Это
национальные, межрелигиозные вещи. Вот, поэтому все в его власти. Бывает, что рождаясь в семье брахмана, человек ведет себя недостойно, продолжает Харидас Такур. Что с ним можно сделать? Врожденные дурные наклонности силой толкают его на путь греха. Он наслаждается или страдает. О, почтенный господин, пожалуйста, серьезно подумай над моими словами. Если ты сочтешь на меня виновным, накажи. Харидас не был привязан к телесным комфортам. Ему было все равно, накажет его или нет. Он был погружен в святое имя. Если Кришна захочет, он накажет меня. Если Кришна захочет, он помилует меня. Есть поговорка на бенгале «Раки Кришна Марике, Мари Кришна Ракике». Если Кришна захочет тебя спасти, кто тебя убьет? А если Кришна захочет тебя убить, кто тебя спасет? Поэтому Кази, обернувшись к помощнику, сказал: «Ты должен наказать этого человека. Он пагубно влияет на людей. Слушай его, они станут такими же грешниками. Он заслуживает наказания. Если он хочет прощения, пусть проповедует единственно верное писание – Аль-Коран». Друг мой пытался вразумить Харидаса помощник: «Проповедуй, ссылаясь на Коран. Иди этим путем, тогда тебе не будет грозить опасность. Иначе я вынужден буду тебя наказать. Солдаты Кази будут оскорблять и издеваться над тобой. Ты этого хочешь?» «Никто не остановит волю Верховного Господа», — сказал Харидас. «Чему быть, того не виновать. Каждый страдает за свои грехи. Знай, что ты инструмент в руках Господа. Я никогда не оставлю пение святых имен. Даже если ты разрежешь меня на миллионы кусков». Это знаменитый стих. Харидас Такур сказал: «Канда канда хайдеха джая яди пран табуями ваданена чари харинам». «Канда, канда, даже если вы разрежете меня на миллионы кусков, даже если мой жизненный воздух оставит мое тело, все равно я не оставлю святое имя». И вы знаете, он выполнил свое обещание. Когда его стали истязать, они пытались его убить и не могли. Почему? Харидас Такур, это воплощение Прохлада, был великий царь демонов, Хиранья Кашипу, и был у него сын Прохлад, но его сын Прохлад был святым. И Прохладу было всего 5 лет, и Хиранья Кашипу спросил его: «О, сынок!» Посадил его на колени и погладил, сказал: «О, сынок, что ты усвоил сегодня в школе? Что самое главное, что ты усвоил в школе? Не сегодня, а что самое главное из того, что ты усвоил в школе?» И тогда Прохлад Махарадж сказал, что служение Вишну или Кришне – это самое главное. Те, кто отворачивается от служения Вишну, они невежественны. Тогда отец рассвирепел и послал его опять учиться. Но, вернувшись из школы опять, он сказал, когда отец вновь спросил его: «Шраванам киртанам Вишно смаранам падасеванам арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам ити самарпита Вишно». Ну вот, то есть это 9 видов преданного служения, которые он назвал. Это самое главное: слушание, памятование, воспевание, шраванам, киртанам, вишносмаранам, падасеванам, служение лотосным стопам, арчанам, поклонение божествам, ванданам, вознесение молитв, дасьям, служение, настроение слуги, и атма неведанам, сакьям, настроение друга, с атма неведанам, вручение своей души. 9 видов преданного служения он назвал. Тогда отец рассвирепел, и постепенно он схватил Прохлада и начал мучить его. Он кидал его под ноги бешеным слонам, сажал в клетку к тиграм, сбрасывал со скалы, истязал. Его слуги пытались проткнуть его пиками и так далее. Ничто не касалось его, просто. Господь подхватывал его, когда его бросали со скалы, он не разбивался и так далее. Поэтому Кази таким же образом наказывал, сказал наказать Харидаса Такура. И он сказал: «Прогоните его через 22 рынка, через 22 рыночных площади». То есть стоят здоровые мужчины с палками и бьют его, и прогоняют через рыночную площадь. Вот. Это единственное наказание, которое действительно может исправить его. Но после одного или двух
одной или двух базарных площадей. Человек просто не выживает. Но Харидас Такур после 22 рыночных площадей выжил. А. Солдаты тащили его с одной площади на другую, нещадно били. Их черные сердца исходили ненавистью к чистому преданному Богу. Но Харидас был чистой душой, целиком предавшийся Верховному Господу. С безграничной верой он повторял святое имя Кришны и не чувствовал боли. Когда ты воспеваешь святое имя, ты не чувствуешь боли. И физической, и душевной. Однажды Шривас Такур, близкий спутник Шри Чайтаньи, как и обычно, принимал его у себя дома. И Шри Чайтанья Махапрабху являл тогда круглосуточный киртан. 21 час из 24 он танцевал и пел. И в тот вечер он заметил: «Шривас, я чувствую в твоем доме что-то не так. Я чувствую, какое-то горестное событие случилось». Шривас не хотел раскрывать правды, но в конце концов ему пришлось. Он сказал: «Да, мой Господь, мой 12-летний сын оставил тело». «О, твой 12-летний сын оставил тело, я хочу посмотреть на мальчика». Его привели к умершему телу. Махапрабху, Шривас, он запретил женщинам плакать. Если вы будете плакать, и вы расстроите Махапрабху, расстроите его настроение, я немедленно, как он сказал? Утоплюсь в Ганге. И вот, поэтому они не смели громко плакать. Вот, и тогда Махапрабху подошел к мальчику и сказал: «О, встань, о душа». И он взял и вернулся к жизни. «Вот, смотри, твои родители, ты пришел к ним?» Мальчик сказал: «Какие родители? У меня были миллионы родителей. Почему вы позвали меня сюда? Я ушел дальше по своему назначению. Зачем вы вернули меня? Мое предназначение — идти дальше. Я хочу идти дальше, отпустите меня». «Хорошо, иди». Он отпустил мальчика, мальчик ушел. Вот так. Поэтому даже смерть собственного сына не остановила Шриваса Такура. Он был углублен в святое имя. Поэтому святое имя, оно побеждает смерть. Оно побеждает не просто смерть, оно побеждает цикл рождения и смерти. Понимаете что? Мы постоянно рождаемся и умираем в этом материальном мире. А святое имя кладет конец этому кругу самсары. Самсара значит материальная жизнь. Поэтому он не чувствовал боли. Добросердечные, благочестивые люди не могли видеть, как палачи истязаются над Харидасом. Они просили солдат остановиться, а другие предрекали: «Если вы будете продолжать мучить этого праведника, погибнет все царство». Многие хватали солдат за руки. Один богатый человек сказал: «Пожалуйста, я вам дам все, что угодно, только остановитесь». Никакие просьбы не влияли на безжалостных палачей. Они продолжали пытать Харидаса. Но Харидас, он молился Кришне об своих мучителях: «О, Господь, пожалуйста, будь милостив к этим бедным душам, пусть они не испытывают подобных пыток в будущем». Поэтому он их вымолил. Но потом они стали умолять его: «Харидас, пожалуйста, умри! Мы видим, что ты не умираешь! Кази казнит нас в гневе! Пожалуйста, из-за тебя нас накажут! О, вы хотите, чтобы я умер? Хорошо, если моя жизнь приносит вам столько страданий, я сейчас же расстанусь с ней». И он вошел в глубокий транс. Он как бы был мертвым. И тут же мусульмане решили: «О, он недостоин погребения. Мы не можем положить его в могилу. Мы выкинем его в Ганг, как поступают индусы. Иногда, когда ребенка кусает змея, его не сжигают, его пускают по реке». Так же поступили с Харидасом. Его презрительно бросили в Гангу. Но Харидас с великой радостью плыл по поверхности Ганги. Это такое блаженство — быть на поверхности Ганги. Он оставался в глубоком медитативном трансе. Но когда его понесли к Ганге, он стал таким тяжелым, что его невозможно было поднять. Швырнули его в воду. Солдаты все-таки швырнули его в воду. На самом деле Харидас уже утонул. Он утонул в океане любви к Кришне. Поэтому уже было неважно, где он. В каком месте Вселенной, в глубоких водах Ганги или где-то еще,
Так же, как Прохлад Махарадж обладал уникальной способностью помнить о Верховном Господе, такой же способностью обладал и святой Харидас, его воплощение. Я забыл упомянуть, это совмещенное воплощение Прохлада Махараджа и Господа Брахмы. Брахма – творца этой вселенной, конструктор этой вселенной. Вот, но здесь качество Прохлада проявилось в нем. Сам Верховный Господь Кришна защищал Харидаса. А значит, кто мог убить его? Мари Кришна Ракихи. Раки Кришна Марики. Если кто-то должен выжить, его никто не убьет. Поэтому Кришна не хотел, чтобы Харидас такой расстался с жизнью сейчас. Потому что ему предстояло еще проявить очень много лил или игр, получая человечество славе святого имени. Ганга легко подхватила тело, бережно понесла его вниз по течению, выбрав безопасное место, река, сама Ганга Деви. Сама Ганга Деви служила своему преданному. Она вынесла его на песчаный берег. Через некоторое время он пришел в себя, и как ни в чем не бывало. Понимаете, он был избит так, что были видны кости. Но как бы ничего не произошло, все зажило. И он воспевал святое имя, как ни в чем не бывало. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы чувствуете, как он воспевал? Мы сейчас в непосредственном контакте с Харидасом. Он вернулся в Пулию, в то же место, откуда пришел, и продолжал воспевать святое имя. Он ходил по улицам, и сколько сострадания можно было прочесть в его глазах. Помощник Кази увидел Харидаса, и он был вне себя от крайнего изумления. «Да, ты и вправду святой, ты познал абсолютную истину, ты видишь Всевышнего всюду и во всем. Абсолютное знание, освобождение, которым хвастают йоги и философы, у твоих ног, потому что ты совершенен во всем. Я пришел увидеть тебя и попросить прощения». Негодяй Кази, его начальник, не попросил, потому что он демон, но помощник Кази попросил прощения. Мусульманин, милостиво прости мне все оскорбления. Я знаю, что ты равно относишься ко всем. У тебя нет ни друзей, ни врагов. Он знал, это святой. У него нет друзей, нет врагов. Мы разделяем людей на друзей и врагов. Этот человек сказал мне гадость, это мой враг. О, этот человек похвалил меня, он мой друг, а может он мне еще что-то заплатит. Понимаете? Мы так думаем о друзьях и врагах. Но Харидас Такур, он воспринимает каждого с точки зрения духовного мира. Он видит, это духовная душа. Поэтому почему же он должен разграничивать на положительных и отрицательных персонажей? Поэтому помощник Кази продолжал. Я знаю, что ты освобожденная душа. Ты можешь жить где захочешь. В царском дворце или в пещере на берегу Ганги, все равно. Он не будет привязан к роскоши царского дворца. И он не будет привязан к зловонию, исходящему от змеи, которая живет в пещере, допустим. «Прошу, будь милостив к нам», — продолжал помощник Кази. «К нам, кто совершил против тебя этот ужасный грех». Харидас благословил наместника и пришел к святым брахманам, которые жили неподалеку от Пули. На устах у него всегда звучало святое имя. Брахманы были погружены в великую радость, увидев Харидаса, и они были очень опечалены тем, какое ужасное оскорбление ему нанесли солдаты Кази. Но Харидас сказал им: «Не печальтесь о том, что случилось со мной. Я заслужил это наказание. Я стоял перед мусульманским наместником, слушал, как он хулит Господа, и поэтому я получил воздаяние за этот грех». Он считал, что он сам виноват. Он слушал то, что говорит Кази, он поносил Кришну. И Харидас сказал: «О, я получил по заслугам, потому что я слушал поношение моего Господа». Человек идет в ад, если слушает оскорбления Верховной Личности Бога. Мои греховные уши были полны таких оскорблений, но Господь лишь слегка наказал меня, чтобы я впредь не совершал таких ошибок. Вот. Затем однажды Харидас шел по рыночной площади и
он встретил одного заклинателя змей. Этот заклинатель змей, он демонстрировал свое искусство, играл на дудочке, и змея танцевала. На самом деле он играл о лилах Кришны. Он играл и пел о лилах Кришны. Он медитировал на ту игру Кришны, когда Кришна покарал злого змея Калию. Кстати, о змеях. Кришна убил многих демонов, когда он был по Вриндаване. Это, конечно, не единственное, что он делал. Я только хочу сказать, что Кришна, в отличие от всех других воплощений, он проявил самые потрясающие игры. Кришна очень игривый. Расо Вайсаха, он океан расы. В особенности Кришна, он великий океан расы. Поэтому, когда Кришна был во Вриндаване, он убил многих демонов, но змея Калию он не убил, но он его просто покарал. Как было дело? Жил-был змей Калия. Он долгое время сидел в заводе у реки Ямуны и мутил там воду своим ядом. Когда птица пролетала над этой заводью, она падала замертво. Почему же он сидел в Ямуне? Да? Царь птиц Гаруда прилетал туда и клевал рыбу. Но так как Калия жил там, то есть он очень много уничтожал змей и рыбу. Потому что Гаруда, он царь птиц, и его, естественно, пищей является рыба и змеи. Да? Это естественным образом пища птиц, тем более царя птиц. Вот. Но Калия, он был всеядным, и он даже пожирал собственных сородичей, маленьких змеек. И Гаруду попросили змеи, они сказали: «Ой, мы будем тебе давать небольшое количество наших сородичей, только не ешь нас так безжалостно». И они давали ему какое-то количество змей каждый раз. Гаруда прилетал, склевывал этих змей и улетал. Но однажды он заметил, что все подношения, которые ему оставляли, кто-то съедает. Это был Кали. Он съедал то, что ему подносили. Кришна съедал. Вот. Он съедал. Вот. Поэтому Гаруда, прилетев, вступил в схватку с Кали и дал ему сильную пощечину крылом. Поэтому, получив эту оплеуху, Кали угомонился. Вот. Ему дал, его наказал чистый преданный Гаруда. Вот. Поэтому он остался там. Вот. И у Кали были очень-очень преданные жены. Вот. И они очень досадовали на то, что Калия был демоном. Однажды Кришна, он спрыгнул с дерева, которое до сих пор осталось. Когда вы будете во Вриндаване, вы увидите это дерево, с которого спрыгнул Кришна. И он бросил вызов Калии. Калия немедленно вылез и скрутил Кришну в свои кольца. Мальчики-пастушки и их родители, которые были на берегу, в это время от страха потеряли дар речи. Они попадали без чувств от страха. Вот. Но затем Кришна выпутался из колец Калии и начал танцевать на его головах. Он стал танцевать на его клобуках, а этих голов у него были тысячи и тысячи. И он танцевал, танцевал, танцевал на них. Свой потрясающий танец, этот танец наблюдали музыканты и певцы с райских планет, Гандхарвы. Они стали подыгрывать ему на своих инструментах, но ему не получалось. Потому что музыка Кришны настолько потрясающая, что аккомпанировать ему они не смогли. Аккомпанировать его танцу они просто не смогли. Аккомпанировать его танцу они просто не смогли. Поэтому Кришна в конце концов очистил Калию полностью. Он танцевал на его головах до тех пор, пока кровь, гной, чернота стали выделяться из его глотки. Он стал изрыгать кровь и гной, задыхаться. Тогда жены Калии взмолились Кришне: «О, что же сделал этот змей? Что же сделал этот змей, что ты сам поставил свои лотосные стопы ему на голову?» Что он сделал? Он получил наказание чистого преданного. Гаруда дал ему оплеуху. Это одно. Второе – это то, что он жил в Ямуне. Это очень много. Просто жить в Ямуне, в святой реке, даже для демона большая заслуга. А третье – у него были очень преданные жены. Вот. Поэтому жены его вымолили. Поэтому Кришна не стал убивать Калию, он отправил его во свояси подводными путями,
обратно, откуда он был родом, а родом он был с дальнего острова Раманадвип, известный в нашем мире сейчас как Фиджи. Кришна его отправил на острова Фиджи, поэтому до сих пор в Австралии на Фиджи есть культ змей. Существует до сих пор. Вот. Итак, заклинатель змей пел вот об этой игре Кришны. Харидас Такур, он вошел в транс, он действительно вошел в транс, и он упал на землю, и он начал содрогаться в конвульсиях, и он начал воспевать святое имя Кришна, Кришна, Кришна. Люди собрались вокруг него, они знали, что это святое, но они увидели его потрясающий экстаз, они стали притрагиваться к его стопам и брать себе на голову. Пораженные любовью Харидаса, они стали собирать пыль из-под его ног, сыпать себе на голову. Однако эта чистая радость была невыносима сердцу одного кастового брахмана. Брахманы порой очень горделивы. Они считают, что они самые лучшие из всех. А на остальных смотрят свысока. Поэтому этот брахман, он тоже смотрел на свысока на святого Харидаса. Он считал, о, этот Яван неприкасаемый считает, что он святой. А я вот брахман. Если я покажу тот же экстаз сейчас, конечно, люди меня будут почитать. Поэтому он подошел, бросился на землю и притворился, что потерял сознание, словно в трансе. Как только он закрыл глаза, заклинатель змей бешено сверкнул глазами, подбежал к нему, поднял палку и стал безжалостно его бить. Почему? Во-первых, потому что он нарушил его настроение. Он нарушил его настроение, он сразу увидел притворщика. Он сразу увидел притворщика. То есть наш процесс это не, что называется, бхакти-шоу. Это не шоу. Иначе это называется сахаджья. То есть принятие всего очень легко, очень дешево. И бил этого брахмана до тех пор, пока он воя от боли не вскочил и убежал, спасая свою жизнь. Заклинатель змей сразу успокоился, возобновил свою игру на глазах ошеломленной толпы. Наконец, один человек с почтением в голосе подошел к заклинателю и сказал: «О, почтеннейший, почему ты стоял в стороне и молча наблюдал экстаз Харидаса Такура? А когда этот брахман начал тоже пытаться войти в экстаз, ты начал его бить?» Тогда сам Ананта Шеша, царь всех змей, точнее говоря, это воплощение Кришны, воплощение Баларамы, которое в виде огромного змея держит на своих головах, клобуках, все вселенные. Он в самом низу материального мира, Ананта Шеша. Так вот, голосом Ананта Шеши этот заклинатель змея сказал: «Ты задал сокровенный вопрос, но я отвечу на него. Глядя на экстатический танец Харидаса, вы все почувствовали невольное уважение и любовь. Но этот обманщик подражал Харидасу ради дешевого обожания толпы. Не любовь к Кришне, а зависть к чистому преданному заставила брахмана броситься на землю с маской экстаза на лице. Кроме того, он помешал мне, и я за это наказал его». Вот. Поэтому сразу же, то есть этот заклинатель, он был преданным. Да, он сразу понял, что это притворщик, и он наказал его. Харидас очень нежен, сострадательный ко всем живым существам, поэтому нисходит вместе с Верховным Господом, как его спутник. Несмотря на то, что он вырос в семье мусульман, чтобы показать людям, что каста, вера и происхождение не имеют никакого значения, он считался Шри Чайтанья Махапрабху Нама Ачари. Совершенно, совершенно неважно, к какой касте кто принадлежит, если он воспевает святое имя Кришны, он преданный. Это самое главное. Что вам пора идти? Какой кошмар вообще. Так, выдать ей прасад. Прасад ей выдать. Саджан, прасад ей выдай. Приходите завтра и послезавтра. Вам скажут, как. Окей, намачарья шрила Харидас Такура ки джай. Завтра мы продолжим чтение его лил. Сейчас, если есть какие-то вопросы, задавайте. Окей.
Хорошо, нет вопросов тогда, Арати. Если у кого-то есть вопросы в электронике, задавайте сразу сейчас, мы сейчас заканчиваем.